Доброго времени суток, дорогие детишки. Уходи. А сейчас мы будем пафосно превозмогать, что, я так понимаю, является все-таки предпоследним уровнем. Потому что, насколько мне помнится, их все-таки было 6. Поэтому... А это 5. Поэтому как-то так. Ехай нахер. Там-пам, па-па-па-пам. Вот как вас убивать, граждане, так, чтобы не получить таблет? Фак, надо конкретно подгадать. Поздно. Рано. Поздно. На-на-нахер! Блин, сука, все остальные-то как бы мешают в этом деле. Да твою мать. Раньше-то я их проходил, я помню. Даже. Наверное, тут можно что-то пофармить по-любому. По-любому. Может быть, даже... А я хер его знает. А, отлично, он по мне не попадает, когда вот так. А я-то по нему попаду и сверху. Попаду. Прелестно. Ну, тогда все становится гораздо проще. Еще бы эти машинки фармить. Только они что-то не появляются, сволочи. Ну да, так гораздо проще. Вы знаете, я, наверное, тут немножко посижу. Блин. Последнее сердце решительно, медленно и печально падало. Это просто псет какой-то. Зато если доходить только вот до этой переборки, тогда появляются только два парня, блин. И можно невозбранно для себя, без потери здоровья, их убивать постоянно. Да нахер. И ты тоже. Опять же... А, да, блин. Я помню это... Блин, место. Какого хера? Зацепляйся за стенку, падла. Да твою мать. Это, конечно, тот еще прыжковый пазл. На нахер. Так бы сразу. Вот эти бэшки, блин, не падали бы. И... А, это задний фон. Окей. Прыгай, падла. А, нахер иди. Мне надо дойти до следующего подуровня. Для начала. А потом уже... Блин. Да, это. А потом уже будем разбираться. А, даже так можно сделать. Окей. Ага, я понял. Да, это место, конечно, то еще. Так, а ты рандомное животное или что? Что с тобой не так? Похоже, здесь я потеряю здоровье. А, может быть и нет. Она то один раз бьет, то два каким-то... По какому-то алгоритму. Хер знает по какому, правда. Так, ну туда нам не надо. А, забавно, если вниз упасть, я точно помню, что они могут тоже воскреснуть неожиданно. Что, конечно же, доставляет своих лулзов. А, в этот прыжок почти Unreal сделать было раньше, без потери здоровья. Даже двух. Фак. Мне нужно будет место, где пофармить. Нахер иди. Если я вообще... Да, твою мать. Фак, ну ладно, хотя бы так. Хотя бы сердце еще... Ну, здоровье еще не потерял. На этом спасибо. Два. Один. Сейчас два. Да. Окей. Все понятно. Алгоритм понятен. Главное вовремя ушатывать их. Блин, у меня осталось два здоровья всего. Один. Главное, чтобы не ноль. Мужик, ты тут не в тему. Блять, твою мать. Ну, сука.
Блин, я даже почти приноровился. По крайней мере, я приноровился убивать эту всякую мелочь. Вот, правда, с этим, с сложным... Со сложным прыжком пока что-то никак не получается. Я помню, когда-то давным-давно, когда я играл, ну, дома на 8-битке, оно... Я, блин, этот уровень, наверное, раз 5 перепроходил. Ну, даже больше, раз 10 перепроходил, пока освоил этот долбанный прыжок. А сейчас второй раз только. Нахер иди. Блин. Хорошо, что там не сердце выпало. Так, мне нужно на ту сторону. Да твою мать. Да, еб... Вот так мне надо было сделать изначально. Чтобы по-кошерному. Ага. А, о, блядь, так это ж Джокер. Это ж Джокер? Нет, это не Джокер, это... Ты кто вообще? Животное. Ау. Ты кто, блядь? Пошел нахер. Так, окей, я тебя просто буду превозмогать, я понял. А, оно долетает, прекрасно. Я думаю, кто из нас раньше сдохнет? По-моему, я. Определенно я. Я пошел в жопу. Почему от этого нельзя увернуться вообще? Решительно. Блин, и когда он близко... Ошибись. Это же... А это что за комбо? Херня какая-то. Кто-нибудь познал прелесть вообще тактики этого гражданина? И в чем она соль заключается? Я лично нет. Ша, вот это что такое? Как это называется? Мужик. Тебя вообще заело нахер. Окей. А, вот так вот, значит. Я понял примерно. Что за херня? Что это было? Бля, пошел нахер! Что это такое? Блять, да включишь ты эти... Какого хера ты автоматом выключаешь батаранги? А, то есть как только я пытаюсь его бить, он отскакивает. А если его не пытаться бить, то он не отскакивает. Шикарная композиция. Блять, пошел нахер. И что это такое? Ты отскакивать не пробовал? Окей, я примерно понял. Блять, рано. Твою мать. А-а-а! Блять, иди нахер. Сразу. Блять, да что такое, блин? Ты будешь делать что-нибудь полезное, Бэтмен, ёпта. А, когда на встречу ему прыгаешь, если быть точным. Окей. Ну, это упрощает задачу. По-моему, я понял, вспомнил соль этого уровня. Она заключалась в том, что нужно двух боссов сразу убить. Бля, пошел нахер! Подряд. Потому что сейчас будет типа 5-3 уровень, а 5-4 это... Блять, Джокер. Ты сдохнуть там не собираешься, нет? Блять. Уходи, блять. Мужик, уйди. Блять, да... Я не хотел, блин. Твою мать! Я хотел просто повернуться, блять, а он нельзя. Не дает просто повернуться, падла. Надо обязательно двигаться ему надо, видите ли. На, блядь. Мне батарангов-то хватит на тебя? Твою мать. А ведь хер тебе по всей морде. Падла. Да, блин, ну что за глюки? Иногда у тебя... Блядь, опять, вот тут...
почему он так иногда делает? Блять, а это что сейчас было? А это что сейчас было? Что это? Что ты вообще делаешь? Я что-то я не понял сейчас. Почему он то едет, то не едет? Блять, ехай нахер! Ну пошел ты в жопу, в самом деле. Когда ты уже сдохнешь-то? Сколько у тебя здоровья-то? Твою, блядь, сука. Ну, блин, 27 батарангов мне на него вообще никак не хватит. Опять целый уровень проходить, блядь. Здоровье у него могло бы быть и поменьше, честно так скажу вам. По секрету. Ну, хотя бы тактику я вспомнил. Ну, как, ну, нашел. Заново нашел, будем считать. На, блин. А, фак. Ну ладно. Разменялись и так. И так хорошо. Ну, два раза я его успеваю ударить этой херней. Блять, ну вот если бы он еще вот эту херню не делал. Периодически. Блин, ну иди-то в жопу, блин. Еще главное, Бэтмен почему-то у меня иногда вот сейчас, например. Он автоматически разворачивается, хотя и вроде как. А как его убивать кулаком? Вот бы узнать. Ага, вот так. Окей. Блять, только мне на него здоровья не хватит таким макером. Надо. А, нет, смотри-ка. Лошара, блядь. Фу, блин. Ецить. Я так понимаю, последний. Ну, или как это? Как это происходит? Окей. What? А, вот так это происходит, да? Я же помню, что был какой-то... Что был какой-то, сука, подвох, блин. И вот в чем он заключается. Зашибись. Ну ладно. Тогда сегодня мы игру пройдем. Будем пафосно превозмогать. Так, ну вот, теперь я, по идее, должен быть с полным здоровьем. Вот я и помню, в чем был подвох. В том, что, блядь, хер до него доберешься. И рядом с ним где-то было... Sweet spot, так сказать, где можно сидеть, и он тебе ничего не сделает. Блядь. А, ну и плюс халява, конечно. Блядь, да... Так, ну ладно, здесь я умер опять. А-а-а! Но у меня хотя бы было полное здоровье. Да, бля, пошел ты нахер. Вот, по-моему, да? Бля. Хватит бегать через меня. Сука! Падла, я тебя уничтожу. Так знай, бля, когда перестану попадать под первый выстрел. Пиздец, ну это просто ад какой-то. Блин, ты охерел два раза стрелять? Блять, если б не это сраное откидывание, когда меня бьет. Твою мать, ну зато это быстро, зато уровень потом полдня проходит. На, умри, сука, сейчас. Сейчас ты сдохнешь, падла. Я тебе отвечаю. Да, блять. Молнию давай. Сейчас ты сдохнешь, тварь. Блять. Да твою мать, что же сделаю-то такое? Блять! Сука, он был близок наверняка. Твою в жопу, мать. Это же лютый писец какой-то. Блять, да. Во, я нашел это место. Плюс-минус. Не дошел чуть-чуть, блядская молния. Да пошел ты нахер. Сука. Раньше я как-то вообще без потерь здоровья убивал, бывало. Да твою... сука, блядь. Блин, его первая шальная пуля просто вымораживает. И вторая, кстати, тоже.
Да хватит спамить-то, урод, да блядь. Да пошел ты, блин, нахер. Ты, сука, тупая. Да, да, три подряд, охрененно, классно, блядь. Если бы он хотя бы все время одно и то же делал, блин, тварь. Зашибись, и каждый раз час проходить сраный уровень, ага. Блин, да пошел ты нахер, ну вот, уже одна жизнь нахер пошла, блин. Да ёб... Да ёб... Это просто писец какой-то. Да, блин, пошел ты... А вот я нашел, сука, я нашел! Да пошел ты нахер. Надо прыжок подгадать так, чтобы на нем стоять и бить его. Вот так, да. Бля, почти. Сука! Два раза надо хотя бы так сделать, ему писец. Но. Начало неплохое, блядь. Да твою, блядь, ну, сука. Ну, жопа, блин, ну твою, блядь. Да, блин, так ты чё это за, блин, пулеметная очередь, типа-то? Блядь, он просто резкий, как понос. Охеренно, блядь, вот и поиграли, блядь. Самое херовое в этом всем, что мануальная терапия, так сказать... Бьет быстрее, чем турбо-кнопка. Но, блин, у меня палец уже устал. Вот сейчас ты сдохнешь, тварь. Ну, твою мать, ему оставалось пару ударов, бля. Блин, ну не надо. Хватит делать это по 10 раз. Отлично, уже 2, ну да. Охеренно. Блять, и нихера не помогает, когда джойстик, блять, кнопка ёбаного прыжка не срабатывает. Падла, да твою, блять, ну пошёл ты, каким... И даже не успеваю посмотреть, как у меня здоровье-то так быстро кончается. Вот так и стой, падла, рандом ебучий. Блять, ну да, постоял один такой. Да блин, ебись конем. Да твою мать. Блин, это просто пока рандом не совпадет, блин, пока он три раза подряд сраную молнию не сделает. Да охереть, бля. Сука, блять. Почему у меня уже опять один здоровье? Да какого хера, когда я успел-то столько огрести, блин? Блядь, да... Вот так и стой. И хватит меня, блядь, Дина откидывать постоянно. Да хер там было, блядь. Да твою мать, блядь. Сраная турбокнопка периодически не работает ни хера. Да что это за херня? Умри, блядь, ну умри разок, а? Просто разок умри. Да твою, блядь, мать, да сколько тебе осталось-то каждый раз? Ну, давай, блядь, да твою мать. У меня уже палец устал, писец, как... Да, ну здоровье опять, точнее, твою мать, ну... Сука, умри, блядь, в огне моей ненависти. Твою мать, у меня рука болит, блин. Блин, у меня и так пальцы болели, потому что на медне я снег херачил, блядь, весь день лопатой, сука. Это ж писец какой-то. Блин. Я помню первый раз, когда игру прошел на 8-битке, я этот уровень, по-моему, часов 5, наверное, или 6, блин, проходил. Весь день потратил, считай. Это ж охереть, можно. Вот, в итоге игра занимает 5 уровней всего. Ну,
фактически 15, конечно, потому что там 5-1, 5-2, под 3 и так далее. Но по итогам, с учетом всех переигрываний, потому что левел-то надо сначала начинать, несмотря на континуе. Вот. С учетом всех переигрываний я даже могу посчитать. Каждый эпизод я записывал по 2 часа, строго причем. Это 15, 10 часов только так, как с куста. А по факту уходило еще больше. Плюс фарм и все такое. Писец какой-то. Блин, у меня рука реально устала. Ну ладно, теперь надо еще во что-нибудь поиграть. Жалко, до 19-го далеко. Когда Resident Evil Zero выходит. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Соответственно, на сегодня все. Ставьте лайк эти видео, оставляйте ваши бэк наши книги для жалоб и предложений, а наши секции для комментов внизу. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч в эфире, граждане!